Перекличка между всеми, кто выжил после новогодних праздников. Я выжила. Завтра лечу в отпуск. Позже расскажу, куда именно я лечу. А сейчас спешу. Что, дверь открывается? Открывается. Вот. Сейчас спешу в косметологический центр. Никогда там не была. Привести себя в порядок, чтобы лететь красивой, свежей, отдохнувшей. Вот так. Всем классного дня. Вот я уже приехала в клинику Butterfly of London. Какой красивый этот веночек новогодний. Все, иду наводить красоту. Ух ты. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, я к вам сдаюсь в руки красоты. Прежде чем мне будут делать уходовую процедуру, мне сделают диагностику кожи. Представляете? Вот такая вот капсула. Впервые в жизни вообще буду это делать. Класс. Это вот так нужно сюда. Да, только подыщите влазаточку, я подготовлю все. Да, нужно стереть, наверное, мейк, да, перед этим? Нет, он все просвечивает хорошо, да. Ну так, даже в мейке можно делать данную диагностику. Это просто какой-то потрясающий вау-эффект. Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего, ни единого фильтра сейчас я не использую, ни единой обработки, никаким образом я не вытягивала данное видео. Это все реальная кожа, подтянутая, здоровая. Очень классно подтягивается овал лица, уходит отечность, она блестит, она такая мягенькая, нежная. Я делала процедуру при помощи микротоков с внедрением сывороток. Эти микротоки внедряют сыворотку в кожу, и она очень классно работает. Данный лифтинг-эффект держится в течение 2-3 дней, все, я теперь фанат этой процедуры, буду ходить делать периодически. Также я узнала, что моя кожа обезвожена, естественно, в зимнее время она обезвожена у нас у всех, буду теперь больше внимания определять гидратации, пить еще больше воды. Вот, всем очень сильно рекомендую эту процедуру, ее делают в Butterfly of London. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на инстаграм-магазин качественной и недорогой женской одежды. Магазин Оля-ля. Доставка по всей Украине, оплата при получении. Заходите, подписывайтесь, покупайте.